А это уже финальное соревнование супертяжеловесов. И наш Леонид Жаботинский один из фаворитов этого финала. 24-летний даб из Соединенных Штатов Америки весил 126 килограммов. В сумме троеборья он показал результат 555 килограммов ровно. Его соперник, 27-летний Рединг из Бельгии, весил всего 110 килограммов. Но и он смог показать сумму 555 килограммов. Но фаворитом этого финала все-таки был Леонид Жаботинский. В тот год ему было 30 лет. И он показывает великолепную сумму в троеборье. 572,5 килограмма. И эта сумма приносит ему уже вторую в его карьере золотую олимпийскую медаль.